Не вдоль тротуара, а по нему. В округе Люберцы завершился сезон дорожных работ. В этом году он проведен на 34 участках, отремонтировано 20 тротуаров. Финальным аккордом стал участок тротуара на улице 3-е почтовое отделение от дома 3 до 8. Изначально ремонт в этом месте не был включен в план на 2020 год. Но по просьбе жителей, которые обратились к главе округа с просьбой о ремонте асфальта на этом участке, были выделены средства на восстановление тротуара. Кроме того, были заменены бордюры и установлены плиты для слабовидящих пешеходов. С окончанием работ на этом участке полностью завершился и сезон дорожных работ в городском округе Люберцы. Мы уходим в зиму, и зимой никто такую работу не делает. Понятно, зимой будет делать ремонт ям, так называемым литым асфальтом. И делаем планы на следующий год. Дорожные работы, по сути, завершены.